Всех приветствую. Такой закат на реке. Небольшой класс показать. Разлив чуть идет, вон разливается. Река вот так идет туда. А это залив. Ну, то есть вот место, где я купаю собак, на той стороне. Вон по темной дороге видно спуск. Повалено горелое дерево сухое. И тишина. То есть, думаю, утки летят, блин, вороны. То есть тихо, спокойно, движухи нет. Можете не дергаться, не переживать. Нигде никто не плавает, не крякает, не шеволится. Один я шеволюсь. Переживаю, жду. Для вальшнепа уже вальшнеп тянет. Сначала всю неделю, но охота открывается на него завтра, 8 апреля. Ну или ролик выйдет. То есть сегодня, да? Ну, 8 апреля открытие, короче. Вот. Вот такое солнце садится. На улице 8 градусов. 8-7. Движения нет. Я проехал по реке, везде, вон, только галки летают, вороны, да всякая фигня. Так что я с этой стороны берега заехал. Тихо, тихо, спокойно, тихо. Вечерка, движухи, пока подсадным работы нет. Смысла не вижу выезжать рано утром. Открою весеннюю охоту с вальшнепа, иначе он сейчас пролетит и на него поохотиться не получится. А он мигрирующая птица, поэтому промигрирует, какая часть останется, но это уже не то пальто, нужно миграцию ловить. Вот такой вот закат на реке. Нет, почему, надо сегодня сразу же показать. Сейчас пока доеду, он загрузится. Я много снимать не буду. Поеду, охламонов кормить надо тоже сейчас. Выпускать, утки купаются целыми днями. Они даже по уткам-то, по подсадным видно, они особо-то ничего не алё. Вот так вот. Тихо, тихо. Тихо, как в морге. Хотя там бывает и громко. Вот так просто говорят. Обычно вот здесь так начинает плавать, они внимания не обращают. Там, там плавают, там, там. Там пара, там одиночка. В том году я там сижу с пацанами, они здесь вдоль. Туда-обратно, туда-обратно. Оттуда перелетят ко мне сюда вот. Да. Как хорошо, что есть такая возможность быть немножко на природе, жить на природе. Рядом хотя бы с такими местами пока еще, которые не застроили совсем все. И осталась хоть частица природного уголка. Вот. Хоть что-то как-то. Вот опять. Летят. Должны лететь утки, а летят галки. Гала! 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 Четыре галки. Вот такой вот я вас выгуливаю. Так, у меня каюр с того берега есть еще ролик. Сейчас я вам все. Ой, потягушечки расту еще я. Молодой, красивый. Сука. Ой, парень, хоть куда. Так. Вон соборчик. Наш монастырчик, не собор, а монастырчик. Мужской, кстати. Вот. Все его прекрасно знают. И там я купаюсь. В купели.
крещение. Не, развелась, переживал, есть разливы, все. По чуть-чуть, сейчас если воды дадут еще на водоохранке, вообще будет шикардос. Все затопит нафиг. А в той церкви меня крестили. Вот, в этой мне, кеманке мне крестили. Не, кеманка, вон она. Вот она, вот она. Это на Илинке. А это Лужецкий монастырь. А вон Никольский собор. Короче, я окружен святыми местами. Ладненько, всем всего наилучшего, всем пока. Поеду я. Дела не ждут. Кто чирикнул? Чибис, ты? Нет, ты не Чибис. Какой-то чернявый.